вперед, сквозь камеру говорю. Бьюсь я в главном карде, в мейн-карде. Чувствую небольшую ответственность. Хочу порадовать местную публику, своих земляков, победы. Что могу сказать о сопернике? Соперник довольно неплохой ударник. Показал себя неплохо в боях. Бескомпромиссный. Ну, пожелаю ему удачи, победить сильнейших. Подготовка моя проходила в родном городе. Готовились мы довольно неплохо. Тренер помогал, ребята помогали, спарринг-партнеры хорошие были. Не знаю, особой такой подготовки не было, там, что он ударник там или борется. И бились, и боролись. В принципе, подготовка была как всегда. Изучали его, смотрели, под его фишки готовились.